Всем привет! Вы на семейном творческом канале. Сегодня я хочу вам рассказать, как я готовлю пиццу в мультиварке. Это очень быстрый рецепт. Я уже все приготовила заранее. Натерла сыр, порезала колбаску. Приготовила два соуса. Один соус детский, кетчуп и сметана. Второй соус у нас входит майонез, сметана, горчица, приправа карри. Помидорки порезала, приготовила тесто. Тесто у нас такое жиденькое, как густая сметана. Здесь у нас два яйца, вода, мука и чуть-чуть соды. Ну, естественно, соль по вкусу. Чашу мультиварки я смазала маслицем. Теперь мы выльем немного теста на дно. Разровняли и убираем мультиварку. Вот моя помощница мультиварочка. Ставим сразу на выпечку на час. Но через 5 минут я вынимаю, закладываю туда ингредиенты, и у меня уже допекается остальное время. Прошло у нас 5 минут. Тесто уже схватилось, оно уже такое, как коржик. Сейчас мы помажем соусом. Положим все ингредиенты и поставим мультиварку уже на оставшееся время. Вот такие две пиццы у нас получились мультиварки. И примерно это заняло у меня 15-20 минут на приготовление. Мультиварка печет сама. Очень быстро, удобно и вкусно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Пока-пока!